Югорский лыжный марафон узнал имена новых победителей. В выходные столице Югры состоялся большой спортивный праздник. В первый день стартов, а это было в субботу, лыжники выявили сильнейших в марафоне свободным стилем. На королевской дистанции 50 километров быстрее всех оказался Андрей Алипкин. Спортсмены большой группой зашли в финишный коридор, но ноги длиннее оказались у спортсмена из Рязани. Вторым финишировал югорчанин Рифат Сафиулин. Замкнул тройку лидеров Дмитрий Баграшов. У женщин быстрее всех была Кристина Резцова. Большую часть дистанции ее сопровождал супруг Иван, что и помогло держать победу в гонке. Следом финишную черту пересекла еще одна югорчанка Алина Кудисова. У нас равнина, поэтому в этом складывалась сложность тактической борьбы, потому что большая группа шла и на финиш. Протяжки делали, скинуть было невозможно, ребят. Вот поэтому приехали все вместе. Ну, на финише удалось как-то вырваться вперед, не пропускал, нажимал до последнего. Ну, мужчины поехали немножко разрывать основную группу, так скажем. И в какой-то момент мы маленько отстали, и пришлось прям сильно поработать. Во второй день стартов лыжники боролись за корону в классическом стиле. Отличие старта было и в том, что стартовали они в пойме, делали там один полноценный круг, а в завершении второго зашли в город и там же финишировали. В итоге победу одержал Станислав Волженцов. И у девушек быстрее всех на дистанции была Лилия Васильева. Замкнула тройку лидеров у девушек югорчанка Алина Кудисова. Она дважды смогла зайти в призы югорского лыжного марафона. Ребята много пробовали ускоряться, был даже такой отрыв. И я, кстати, честно сказать, что был на грани. Ну, я пошел просто, насколько хватило сил, думаю, догоню. Нет, так уже нет. Получилось догнать, потом вроде как получилось восстановиться. И в целом мне, конечно, повезло, что финиш с подъемами. Мне на равнине гораздо тяжелее идти, когда вот прям ровно-ровно. В Сургуте продолжается генеральная уборка снега. Эта зима стала более снежной, чем предыдущая. Снежный покров в городе равен 90 сантиметров. В прошлом году, в апреле, он составлял всего 59 сантиметров. А значит, работа у коммунальщиков прибавилась почти на треть. Так, ежедневно с улиц Сургута вывозят примерно 18 тысяч кубов снега. Всего же с начала зимы было убрано почти 2 миллиона кубометров осадков. Это около 200 тысяч самосвалов. Отмечу, что сейчас коммунальщики делают упор на расчистку ливневых канализаций, продолжают вывоз снега на полигоны, пока они еще работают в штатном режиме. К слову, генеральная уборка в Сургуте закончится ориентировочно в конце апреля. Наших подрядчиков можно разделить на две категории. Условно, это уличная дорожная сеть, это основные наши дороги, магистрали, и внутриквартальные проезды, и тротуары. Если первых подрядчиков можно работу оценить удовлетворительно, то внутриквартальщиков есть проблемы по вывозу снегу, по вовремя убирания территории, очищения, и то же самое по тротуарам. То есть уплотненный снег, который сейчас при таянии сказывается на неблагоприятное состояние тротуаров и внутриквартальных проездов. В Югре представили нового начальника окружного ОМВД. Указом президента России им назначен полковник Сергей Витохин, возглавлявший до этого полицию Ставрополя. Сергей Витохин родился 4 декабря 1979 года в Ставропольском крае. В 2002 году он окончил Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности юриспруденция, а в 2013 году Академию управления МВД России. В органах внутренних дел Сергей Витохин с 2002 года. Представляя нового начальника, глава МВД России Владимир Колокольцев отметил наиболее актуальные задачи, которые стоят сегодня перед полицией. Это, помимо прочего, противодействие незаконной миграции и предупреждение правонарушений со стороны иностранцев, борьба с киберпреступностью и усиление антитеррористической защищенности. Спасибо вам за оказанное мне доверие. Заверяю вас, что я привожу все силы, знания и накопленный мой опыт для укрепления общественного порядка, повышение защищенности граждан, общества и государства от преступных посягательств. Работаем над выполнением этой задачи командно, в соответствии с соглашением правительства автономного округа и Министерства внутренних дел России. Сегодня на заседании правительства были утверждены очередные три соглашения по разным направлениям деятельности.
Почти 1,5 тонны гуманитарного груза отправили вартовчане на Донбасс. Это уже 8-я партия помощи из столицы Самотлора с начала года. Это также собранное добровольцами и неравнодушными югорчанами предназначается для мирного населения новых регионов и военных госпиталей. Постельное белье, медикаменты, одежда, продукты, предметы гигиены и первой необходимости. Грузы из всех муниципалитетов Югры поступают в Сургут на центральный склад. Оттуда их перевозят на базу гуманитарного добровольческого корпуса в Луганской Народной Республике. А уже участники ГУМ-миссий доставляют посылки адресатам. Надо отметить, что некоторые вещи, которые отправляются на Донбасс, сделаны руками вартовчан. Ортопедические подушки в виде косточек, которые шьют наши добровольцы. Также им помогают неравнодушные граждане Нижневартовска, которые тоже помогают собирать посылки непосредственно в зону специальной военной операции. И также они помогают приходить делать здесь ортопедические подушки, свечки окопные. Особые подушки для раненых бойцов начали шить нижневартовские волонтеры, а также учить мастерству их изготовлению всех тех, кто хочет присоединиться к доброму делу. Накануне на таком мастер-классе побывали студенты Нижневартовского социально-гуманитарного корпуса. Подушки шьют в форме косточки. Их подкладывают в госпитале раненым бойцам под спину, шею или конечности, чтобы у лежачих пациентов не образовывались пролежни. Нижневартовские волонтеры уже отправили более 150 штук таких подушек, но потребность в подушках большая, так как если на них попадает кровь, их утилизируют. Ткань используют хлопчатобумажную, либо фланель, а для наполнения – синтепон. У нас реализуется проект оказания помощи госпиталям. Мы ездим не только в ротации, помогаем мирному населению, мы еще ездим и работаем в госпиталях. Все наши мастер-классы, они реализуется, исходя обязательно из каких-то конкретных задач, из конкретных пожеланий. Потому что мы не просто сами ездим туда, там работаем. Мы поддерживаем очень тесную связь с медицинскими работниками. Количество самозанятых в Югре за прошлый год увеличилось на 83%. По оценке окружного департамента экономического развития, оборот местных предприятий к концу прошлого года составил 627 миллиардов рублей, что на 42 миллиарда больше, чем в 2022 году. Такие показатели говорят о том, что поддержка в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», которое инициировал Владимир Путин, пользуется популярностью. Только за прошлый год на развитие бизнеса в округе выделено около 7,5 миллиардов рублей. К слову, для самореализации югорчане чаще всего выбирают отрасли, связанные с обработкой и производством, IT, социальным и молодежным предпринимательством. Также особое внимание сейчас уделяется поддержке бизнеса в сфере креативных индустрий и регионального туризма. В целом же в Югре больше 245 тысяч человек задействованы в сфере предпринимательства, что составляет около четверти трудоспособного населения Югры. Показатели национального проекта и показатели государственной программы регионального экономического развития достигнуты в полном объеме, но и здесь важно перейти к числовым показателям. Если мы сравниваем 2021 и 2023 год, то это рост на 3000 предпринимателей. То есть ранее было 59 тысяч предпринимателей, а сейчас 62 184 предпринимателя. Это серьезный рост, и мы очень рады, что предприниматели поддерживают и видят ту поддержку, которую мы оказываем. С 26 мая между двумя самыми крупными населенными пунктами Югры начнет курсировать сезонный пригородный поезд. Его вводят в связи с традиционным увеличением количества пассажиров в теплые месяцы. Например, жители Сургута могут утром уехать на нем на дачу в Почекуйку и вечером вернуться. А лангепасцы съездить по делам в Нижневартовск. В дороге местная «Ласточка» около 4 часов. Расстояние между Сургутом и Нижневартовском по железной дороге 216 километров. Путешествовать на поезде комфортнее, особенно большой компании. И что самое привлекательное, дешевле. Междугородние маршруты субсидируются окружным правительством. Билет из Сургута до Нижневартовска будет стоить 391 рубль, что намного дешевле проезда в поезде дальнего следования, который ходит круглогодично. И меньше, чем путешествие на рейсовом автобусе. Купить билеты можно только в кассе и через приложение РЖД пассажирам. Пригородный поезд Сургут-Нижневартовск будет ходить ежедневно с 26 мая до 26 октября.
Фонд развития Югры отметили дипломом национального органического конкурса. Его целью является развитие рынка органической продукции в России, а также формирование привычек здорового образа жизни. Проводится он третий год подряд под эгидой Совета Федерации, Министерства сельского хозяйства и Роскачества при поддержке фонда «Органика». На сегодняшний день 7 югорских компаний получили сертификаты соответствия стандартам «Органик» на более 40 видов продукции из дикоросов. По итогам конкурса Фонд развития Югры получил премию за достижения в развитии российской органической продукции. Команда полиции Югры вошла в десятку лучших на чемпионате МВД России по лыжным гонкам и служебному двоеборью. В Сыктывкаре прошел чемпионат МВД России среди территориальных органов и образовательных организаций. За награды боролись 358 спортсменов-полицейских, представляющих 49 команд территориальных органов МВД и 11 сборных от образовательных организаций министерства. Полицейские состязались в лыжных гонках на дистанции 5, 10 и 15 километров и смешанной комбинированной эстафете. Полицейские Югры в общекомандном зачете заняли 9-е место. В Югре поставили спектакль по мотивам дневника добровольцев. В поселке Междуреченский для зрителей подготовили дебютную постановку «Дорога жизни». В основу первого гастрольного сценария легли дневниковые записи Дмитрия Зайцева, добровольца ГУМ-корпуса. В них волонтер подробно делился своими впечатлениями о работе в миссии. Спектакль получился очень трогательным и наполненным смыслом. Каждый желающий может присоединиться к добровольческой миссии и отправиться на помощь нуждающимся.